Этот памятник погибшим за родину неизвестным солдатам закреплен за управляющей компанией холдинга «Бобруйск-Агромаш». Стелу на улице Комбинатской установили еще в 90-е, когда здесь были найдены останки военных, павших в годы Великой Отечественной. Со временем мемориал пришел в неприглядный вид, поэтому руководством и работниками завода было принято решение о реставрации. Такие общественные организации, как БРСМ, «Белая Русь», мы провели несколько субботников, облагородили территорию и сделали новый красивый памятник. Это священное дело для каждого гражданина Республики Беларусь. Помнить тех, кто пал в годы Великой Отечественной войны, пал за нашу независимость, за наше процветание. Впрочем, монтаж памятника – не единственное благородное дело компании. Ежегодно в преддверии 9 мая сотрудники предприятия посещают ветеранов Великой Отечественной и узников концлагерей. Сегодня свидетелей войны в Первомайском районе 30 человек. Важно помнить не только тех, кто погиб, кто ушел, но и тех, которые еще живые, которых становится с каждым годом все меньше и меньше, и заботиться о них. В преддверии Дня Победы в адрес защитников Родины, кроме подарков и финансовой поддержки, прозвучат также и слова благодарности за 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и мирное небо над головой. Мария Бересневич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.